Сейчас нажимаем на кнопку. А нельзя у нас Energy. Нельзя. Прямо это был меня он убил. Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Сегодня я играю вместе с Мясом. Привет! И у него сегодня есть видео, представляете? Мне кажется, я первый человек, который вытянул тебя на видео. Возможно. Кстати, а в чем ты сейчас? Ну давай, скажи, в чем ты. Я в кофточке. Я тоже в кофточке, потом на видео посмотришь, в штанах, какой кофточке. Так, хорошо. Все, дальше штанах. Не надо. Все, угомонись, ну, все. Спокойно. Мы сегодня играем в 50 на 50, так что поехали, народ собрали, начинаем через 5, 4, 3, 2, 1. Я чиник. Я синий. Так, ну почему это ты не удивилась, то, что все 50 на... Слушай, 50 на 50 ты не удивилась, то, что мы все такие, типа... А я играла в 50 на 50 просто. А, да? А хочешь посмотреть, у меня мусор есть, я могу выкинуть мусор. Давай, ну что-то как-то я тебе не доверяю, как-то это недоверительно. Ну я могу... Слушай, выкину мусор. Вот там, внизу. В самом внизу. В самом внизу, так, хорошо. В самом внизу. В самом внизу. Там, где... я слежу за тобой. Видишь, да? Да, вижу. Смотри, я выкидываю мусор. Я подальше отойду. Я выкинул. А, хорошо, а мне что сделать? Всё. Я могу тебе? У меня нету ничего, чтобы я могла бы тебе доказать. Ну, конечно, у предателя же такого нет. Да я не предатель! Если бы я была предателем, я бы тебя сейчас это самое от этого... Да, ну... Ну да. Даже да. Но у меня нету заданий, которые покажут, что я не этот самый. Я посмотрела в медицинском отсеке, у меня ничего нет. Это тебя убили? Да? Серьезно? Серьезно тебя убили? Да, так, блин, вообще в наглую, мне кажется. Но это не я была, я сейчас была в другом месте, я в навигацию убегала. Нет, я так-то знаю, что не ты. Ты при этом разговаривала такая, типа, как ни в чем не бывало. Ну да, я же говорю, это не я. Так, Тиля, ты в какой команде? Можно писать «я Тилька», и никто не будет знать, что я Тилька. Пиши тоже, что ты... А, ты же не можешь. Ты теперь призрак. Да, ты меня первым убили, понимаешь? У меня какая-то, я не знаю, карма, я не знаю, проклятие. Меня первым всегда убивают. А давай... Блин, а Лерочка, которая вышла, которая проголосовала... Я не знаю, я за какую-то Лерочку. Мне не нравится просто Лерочка, у нее как будто ракочка. Да, Лерочка. Так, качок. Ну, выкидывайте, короче, я не знаю, выкидывайте последнюю Леру. Или я ты. А, ты про. Ты все скипнули, ты нажала, типа, проголосовать. Мне кажется, если один предатель, то это. Нет, это не я! Это не я! Принято ну, решение пропустить голосование. Это не я. Один предатель остался. А сколько предателей было? Один, наверное, тут ставится, по-моему. Или а мне казалось, короче, ну ладно, я не буду подсказывать, но в целом мне казалось то, что предатель-то покинул. Нет, если бы предатель покинул, тогда бы у нас игра закончилась, и мы победили! А возможно, просто было два предателя. Вот я о чем сейчас думаю. В смысле? Ты прикинь, я не могу посчитать. Да. Смотри, сначала идет один, потом два, такая как лебедь, знаешь, потом три. Качает павшую звезду. Ты тоже знаешь эту песню, как... Да, я старый. Когда родители слышали, знаешь... Нет! Да, в спину! Как они посмели? Кто тебя убил? Зеленый, Лерочка. О, да, мне тоже Лерочка. Лерочка. Ты прикинь, я стою, выполняю задание, с тобой разговариваю, а такой чудесной песни. Тут приходит меня бах, и все. Чудесная песня это... А ты летаешь? Районный прокурор. Я такое не знаю. Это чудесная песня уже. Я, короче, летаю, смотри, я нахожусь в охране, если что. Хорошо, я к тебе сейчас прилечу. Нас вроде бы с тобой двое умерших пока что. Просто нас двоих завалили, они даже не знали, что это мы нас завалили. Какого черта? Как так? Да где охрана, я не понимаю. Во-во-во. Там, где камера. О, меня нашли. Мы увиделись, да, и... О, да! Или... Да, тебя нашли. Да, меня нашли, но еще одну Лерочку убили. Так, мне интересно, они вообще будут как-то думать, что как кого нужно выкидывать? Мне кажется, нет. Смотри, кто-то зеленый передо мной в люк. То есть какой-то из зеленых. Зеленый сейчас спалился тем, что он прыгнул супер. В люк. Прихожу, и там салат. Хорошо, смотри. Короче, какой-то из лаймов, они сразу же начинают думать об этом, значит, все хорошо. Но я надеюсь, мы выиграем. Ну, это Го точно второго. Не синие. Салата ну, надо выгонять. Слушай, сейчас второго салата выкинут. А прикинь, это первый, который стоит. Возможно, кстати. Но я всегда начинаю с конца. Будет прикол, если... Ну, короче, смотри, в любом случае они должны выиграть, потому что синие это живы, а салаты вот.
Нифига себе! Как тупо! Они, так самое тупо. Главное, сказали за второго салата. Салата вы все проголосовали за второго салата. Это а потом, хопа, синие протупили. О, привет. Ты куда полетел? У нас тут утренняя зарядочка. Хочешь, я тебя угощу кружечкой чая, чтобы твой голос стал несколько мягче? Давай, а я тебе куском пиццы. Я тут как раз не доел. А это ты тут харкнул? Угощайтесь. Давился им, да? Нет, я не... А... Ну, ты видишь, там какой-то... Короче, тут еще где-то есть пицца. Сейчас поищу. Найди нормальную, пожалуйста, пиццу. Вот, смотри, это новый кусок. Это я старый убрал, новый поставил. Последний салат, слышишь? Сейчас они нормально, наверное, проголосуют за последнего салатового. Ну, смотри, тут последний салатовый с двух сторон есть. Нет, последний салат... Ты как считаешь? Типа, раз, два, три, четыре. Слева направо, слева направо, слева направо, слева направо. Не вниз же считают у нас. Ну да, наверное, да. Вот, и все проголосовали за последнего салата. Все правильно. Вы что, выиграли или нет? Как думаешь? Надеюсь, да. Нет. Не был предателем. А, ну, вот так. Блин, кафе, салат хорош, салат да, хорош. Да, какой-то он нормально так вошел в чат, ворвался, нас вынес, главное, и мы теперь не можем ничего сделать. Знаешь, можем только тленно летать по миру. Я полетел в управление, мне там нужно мое любимое задание сделать с карточкой. Слушай, я знаю, кто предатель. Да ладно, зеленый? Да. Не, то, что салат, я знаю, где находится она. Но ты же, где она находится? Короче, она во два сейчас находится. А, вот это она? Нормально, да. Она такая стоит. Так, опять нажали на кнопку. Это правильно, потому что... Это, так бы сейчас, да. Сейчас бы синих перебили и все, и тогда бы проиграли. Угу. Логично, очень логично. Угу. Так, сейчас будет выкидывайте. Давайте. Что вы там пишете? Тиль, ты тут? Да, тут. Напиши тоже, что ты. Справа второго. Я Тиля. Я тоже Тиля. Чуля. Тюлень. Там выгнали кого-то, кстати, пока мы да, там салата теленились. Последнего. Опять с последнего салата. Оказался предателем. Ебой. Есть коннект. Вот так будет с каждым. Что, давай еще раз? Да, попробуем давай. Попробуем еще раз. У тебя появился ник-то? Да. Где ты? Вот я, смотри. Где? Я не вижу. В смысле? Вот в правом нижнем углу. А, вот это вот Lex Slim? Да, да. А, господи. С вами Lex Slim. Я сначала не поняла, что это такое. Что за Lex Slim? Я для особо глупых специально указал большие буквы. С вами Lex Slim. Добрый вечер. Я диспетчер. О, боже мой. Ну, я правда не ожидала. Так, я член экипажа, я желтый. О, я тоже желтый. А почему? Почему ты тоже в моей команде Санин? Я не знаю, но я какая-то официальная Санина в короне и в костюме. Мне это нравится. Я, короче, стреляю, если что. Коронованная Санина. Звучит так как интересно. Да вообще. Так, я спускаю. Слышишь, я стреляю, никто не смотрит. Ты стреляешь, никто не смотрит. Хочешь, я посмотрю, если тебе одиноко? Да, я уже дострелялся. Блин, я только сюда подбежала посмотреть, как ты стреляешь, а ты уже убежал. А я вот дострелялся только что. Это ты тут бегаешь? Нет, я, короче, сейчас в навигации нахожусь. А, ну вот я с тобой. А, да? Это я. А, да? Это я. Это я, убийца, ты что, меня не узнал? Да, да, что, не пристал. Смотри, у меня щиты есть. У меня тоже щиты есть, вот, смотри. Нет, я сначала. Я уже делаю. Все, я натыкала. Блин, а я-то как подтвержу, что не я. Ну ладно, я знаю, что не ты. Опа, красного убили. Видишь, уже кого-то убили. Я с тобой все время бегала. Троих нету! Фига, это что такое? То, блин. Как троих-то? Самореп. Самореп, мне кажется, думаешь? Короче, таймер возобновился, и он сразу же репортнул. Да, самореп. Давай попробуем. Давай сейчас попробуем самореп. Давай. Все равно никто почему-то не знает. Почему-то просто он красных перебивает. Короче, есть такая тактика, то что если ты находишь ты именно этого цвета, то ты убиваешь своих собратьев. Почему-то, я не знаю, многие тупят так. Но это очень странно, да. Да хотя фиг знает, можно по-разному. Мне еще нравится мод, где нужно по парам бегать, и тогда, если ты убьешь свою пару, то понятно, что ты предатель. Да? Ну, мы так много раз ловим. Да. Короче, смотри, там желтый в люк, говорят. О, боже мой. Блин, разделились голоса. Короче, если желтый в люк, то желтые. Это написал желтый. Можно за последнего проголосовать и за предпоследнего. Я, если что, зашел на сервер вроде бы... Чего? Не последним. А или... Я не понял. Ладно. Что? Короче, это смотри. Это мутки начались? Ты понимаю. Когда заходишь на сервер, так. Твой сервер, ты первая. Так. Значит, все другие не ты. Хорошо. То есть ты таким образом можешь, короче, выехать, и получится то, что... Ой, Света, какая-то слушай, сложная математика. Да, а я починил. А можно я не буду математику делать? Нет. Мне не нравится математика. Ой, нет, там кто-то пришел, там аккуратно. Я наблюдаю, там с тобой желтый стоит, я наблюдаю. Хорошо. Я в шкафу. Так, красные прибежали сюда, блин, тут народу как этого. Ну а другой желтый, скорее всего, бегает.
А, они телепортнулись. Ладно, пойдем. В смысле отсюда. Телепортнулись? Ну, пинг. А! Я подумал, ты мод какой-то установила, там, вент-телепорт. Да, еще и мод сверху. Понаставила одних только модов. Сейчас убьют в электрике. Кого-то убьют в электрике. Отвечаю, 100%. Да не, вроде кто-то жив. Так, красный отсюда сейчас выбежал. Два желтых выбежало. Трупов не вижу. Короче, это 100% какой-то из наших желтых. Я не вижу никак, чтобы мы вчетвером где-то пересеклись. Так, у меня есть мусор. Я могу доказать, что я обычный. Да ты же уже щиты сделала, я все видел. Блин, нет, я не буду репортить. Я нашла труп, но если я зарепорчу... А кого? Не-не, репорти. Да конечно, меня сейчас выкинут. Не-не-не, репорти. А его зарепортил кто-то. Ой. Это не я репортила. А я не могу писать ничего в чат. Почему? Мне заглючило. Это кто зарепортил? Желтый? Желтый зарепортил. Это предатель зарепортил. Это глюкануло из-за того, что это предатель. Это предатель, короче. Меня заглючило, не могу голосовать. Это предатель проголосовал, у меня из-за этого заглючило. Прикинь, всех убили, ты представляешь? Всех желтых? Да, нет, всех красных, представляешь, все красные мертвы, и ты, и нет, ты жив, но ты не можешь, да, голосовать? Да. Капец. Ну, блин, сейчас, прикинь, твоего голоса хватать не будет, и что мы будем с этим делать? Все? Я делаю ASMR. Да, я слышу, приятного аппетита. Только в моих Спасибо. Видео вы видите, как Мил съест и делает вам ASMR. Я надеюсь, ты делал это очень, привлекательно было. А, ой. Продемонстрируй это привлекательно. Как должны это делать настоящие АСМР-профессионалы. Не получилось. Я вообще ничего не услышала, мне показалось, что ты просто выкинул. Он не попал в рот. Косой. Так, что вы там голосуете? Нет, потому что я не могу голосовать. Так из-за тебя не можем. В смысле? А. Да, все, придется ждать. Вы говорите, он просто тупой, он просто тупой, он не умеет голосовать, у него пальчики вот такие, вот он не может. Сейчас напишу. Он наився испыть, Я написала, что у него заглючили пальцы сардельки. Да. Блин, так обидно ли на самом деле, я просто стою на месте и ничего не могу делать. Лох — это судьба, я считаю. Я считаю, это правда. Ну что, выкинут его 2-1. Пожалуйста. И это сейчас окажусь я, да? Я не был предателем. Это я, да? Нет. Охренеть. Так, подожди. Я сейчас в хранилище. Ты в хранилище? Да, прикинь, какого уже. Какого хрена ты в хранилище? Ну, короче, у меня заглючило, и я возобновился там, где вот был, типа. Ты где? Подойди ко мне. Я в хранилище, у бензина стою. Нам надо держаться вместе. Ты меня хочешь убить? Да не хочу я тебя убить, я тебе показывала щиты. Ну, вы желтого выбросили? Да, желтого выбросили. Желтый только и остались. Ну, тогда просто нажимаем на кнопку. Давай. Сейчас нажимаем на кнопку. А нельзя у нас энергию. Нельзя. Прямо это меня, был желтый. Меня он убил. Нельзя так, нельзя просто, какого черта. Меня убили. О, опять какой-то Лекслим. Ай, вжмыхнули в полете. Ой, я реально Лекслим. Лекслим, привет. Привет. Это похоже на новый мем Лекслим. Да, это моя вторая личность, Лекслим. Привет. Это, знаешь, твоя личность рэпера. То есть есть Милс Плей, это летсплеер, а есть Слим Кел, который этот, Млем Клем. Короче, один из салатовых стреляет. Смотри, мы все одинаковые. Меня удивило прям очень сильно голубой цветочек и зеленый цветочек. А у меня есть скан, посмотришь? Давай, а где? Это медскан, да? Бегу. Да, медскан. Бегу. Давай. Ай, подожди, я в стол встала. Гоу. Я уткнулась в стол. Вот, я здесь, давай, покажи. Давай. Гоу. Так, только не убивай меня. Я бы с удовольствием тебя зарезал. Ах ты. У меня такие задания, которые не докажут, что я не предатель. Все. Поздравляю, ты прошел проверку. Хорошо. О, мы опять Лерочка, я что заметил. Лерочка. Лера. О, нет, ненавижу это задание. А у тебя какое задание сейчас? В реакторе, которые кубики, эти квадратики дурацкие. Они меня так раздражают. Я буду рядом с тобой стоять. Спасибо. Так, если убьют тебя, то убьют нас вместе. О, как это мило. Да нет, убьют кого-то одного. А, ну да. Есть, я выполнила. У тебя есть логика. Иногда работает, заметь. Только математические задачки не задавай, а то я сломаюсь, и меня будет не починить. Хорошо. Давай, ты делай, а потом буду делать я. А можно вместе делать? Викуся прибежала какая-то. Мы же, смотри, мы когда нас убивают, мы кричим, поэтому все хорошо. В смысле? Предателя выкинула. Лох. Лох — это судьба. Лекслим пришел. Я хочу, чтобы нам дали половину Тилек и половину Лекслимов. Ой, это будет шикарно. Это лучшее, что может быть. Лекслима вперед. Лекслима в президенты. Давай, ротация. Бог ротации, давай. Пожалуйста. О, Лекслим, мы-то вышли. А вот Тильки нет. Блин, ну ты говнюк.
Везучий. А я, кстати, ты. А ты что, не молилась? Нужно было помолиться просто. Я молилась. Ну вот если бы ты помолилась, то тебе бы тоже повезло. Ну я правда молился, я руки вверх подняла. Как там обычно молятся? Ну, наверное, так. У кого же убили? Самореп. 100% самореп. Так ты вечно говоришь самореп. Не-не, самореп. Ты все время это говоришь, может это ты предатель? Нет, самореп. Слишком быстро. Ладно, хорошо. Слишком быстро. Короче, смотри, мне кажется, 100% самореп, потому что слишком быстро. Я даже не успел особо задание выполнить. Ну да, я тоже ничего не успел сделать. Я успел только отбежать. Я считаю, самореп. Самореп хорошо, был. Хорошо, я проголосовала. Самореп. Сейчас напишу. Самореп. Голосовайте. 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 Опа, ну чё. Проголосовайте. Вот, ну смотри. Тебя один раз вы скипнул. Хм. Да почему? Зрители. Ну чё. Ну мне кажется, ой. Так, уже какой раз, дорогой мой? Да ну блин, ну ты же сама понимаешь, что слишком быстро. Я просто коридор пробежал, и выполнить задание нажал, и уже убийство. Ай-яй-яй. Убийство. О, мое любимое задание. 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. 8, 9, 10. Еее. Я смогла посчитать. А ты что сейчас делаешь? Я скачиваю данные в связи. Если ты хочешь меня убивать, приходи. Нет. Я была в реакторе. А почему розовый нажал? Он, ну, наверное, испугался. Возможно, он увидел кого-то в люк. Да. Сейчас спросим, что такое? Что случилось? Что такое? Осень — это лето. Я милсплей. Лето — это осень, а осень — это небо. Что? Вот что, что такое? Осень — это небо. Это про песни? Да. Зачем нажали? Ты понял, зачем нажали? По-моему, ничего не написали, нет, кроме тебя. Давайте справа напишем. Давайте слева. Самореп. Фиолетовый. Мысли. Давайте самореп, серьезно? Но мне кажется, мог предатель просто топить дальше за фиолетовых и таким образом выиграть. Тебе не кажется, что это легко слишком? Если сейчас это будет не розовый. Мне кажется, просто фиолетовый последний — это я на самом деле, потому что я последний что-то на сервер заходил. Да ладно, серьезно? Да. Ну все, слили Сашу. Да, нормально. Я зачемпион. Милс! Да че сразу я выполняю просто задание? Я это не предатель. Чем тебе доказать? У меня по-любому есть. О, у меня мусор есть. Пошли покажу. Пошли. Сейчас я только провода соединю. Где у тебя мусор? В хранилище? Да, да. Так там, только там анимация. Я тебя там жду. Давай, иди. Все. Вот, я выкинул мусор. Смотри. И ты меня убиваешь? Нет? Ладно, все, хорошо. Точно не я. Ладно, там у нас это просто совпадение. Я понимаю, но у меня задание. Не нужно их выполнять. Ой, это вот вы бегаете на саботаже, не выполняете задание, а я выполняю задание так и таким образом выигрываю. Я выполняю задание. Я вот ручку держу. Ты до сих пор молишься? Да. Мне никто не пришел на помощь. Почему я здесь одна стою? Во, стабилизировать. Выпусти видео. Мне никто не пришел на помощь. Даже Милс. Ой, блин, а что сейчас было? Че, там убили? Нет, я не смогла справиться с кубиками в реакторе. Ой, розового убили. Серьезно? Ну не репорти. Так, ну я увидел труп. Почти сделала. Один розовый остался, а второй фиол. Второй фиол. Первый килька, второй. Это ты сейчас репортил? Я? Раз, два. Да. Второй. Второй фиол. Второй. Да не я второй. Какой ты репортил сейчас? За второго фиола. Да, я репортил. Так, ты репортил. За второго фиола. Все, второй фиолетовый, хорошо. Хорошо. И сейчас окажется розовый, вообще будет жопа. Я надеюсь, что все топили не зря. Оказался предателем! Повезло тебе, повезло. Вообще жесть. Ну чё, ребят, ну вот как-то так у нас сегодня вышло. В итоге я была милсом, но милс Тилька не был. Ты недостоин этой чести. Я килька тут. Почему тут? В сердце. Я еще раз покажу, что за шлюпущий сук. Я в этот момент показывала свою одежду, а ты делаешь вот это вот. Что ты делал? Я типа это... Чем? Ребята, давайте это соберем лайки на лечение Милса. Он сегодня сломался. С вами Алексим. Подписывайтесь на Алексима. Да. Кстати, ссылочки все в описании. Переходите к нему на каналчик. Там у него классные ролики. Возможно, когда-нибудь выйдет совместное видео со мной. Но это не точно, но может быть. Ну, уже выходило. Одно точно выходило, да, пока что. Вот. Тебе спасибо, что выделил на титечку время. Спасибо большое. Килька, позовите. Да. В общем, ребяточки, пока. Увидимся. Всем пока. Пока.